А начнем этот прекрасный стрим. Знаете с чего? Знаете с чего? Знаете с чего? Знаете Нет. С чего? Нет? Смотри. Знаете с чего? Вот. Да. Вот с этой темы. Чё, блядь? Господи. Что это за хуйня сейчас была? Что это было, блядь? Короче, подборка мемов с ТикТока. Почему-то написано с ебучим Азеловым. ТикТок меме с 89-й сквад. То есть вроде как 89-й сквад, но почему-то Мазелов. Надеюсь, тут не только Мазелов, тут еще и я прекрасный буду. Ты готовился? Я не готовился. Нет. А Полинка, спасибо тебе большое. Вот, так что... Да и вообще, мне кажется, эти ТикТоки это не то видео, к которому нужно готовиться. Хочу назад, то есть даже если я это видел, похуй. Где наше детство золотое? Вы это не видели? Ой, блядь. Все думали, что Хес покрасился для себя, но на самом деле... Господи. Покрасился в честь памяти. Я что-то не понял. А чего хоронит уже, который видос подряд? Каждый день в вашем организме образуются раковые клетки. Каждый день в вашем организме образуются раковые клетки. Но! Иммунная система справляется с ними. А если не справиться, что тогда? Мое тело горячее, твоя жопка голая. Все хотят мое тело, все хотят твое. Бля, что у меня тут с лицом? Это во-первых. Во-вторых, что это за мем? Я когда выпустил ТикТок недавно, мне куча комментариев таких написали. Его выгнали из страны из-за его красоты, блядь. Что это? Сначала я это видел в комментариях. Теперь я это вижу здесь. Мем такой есть. Чё за мем? Это мем из ТТ. То есть это не только со мной такой мем, да? Это... Просто я-то реально уехал из страны, короче. Ну, я думал, нихуя, вот это да. Меня реально по этой причине меня выгнали. Помогу. Типичный видеочат в WhatsApp. Видишь меня? Смотри, я в Турции. Макс, тебе помощь идет. Смотри, Макс. Ты слышишь в WhatsApp меня, нет? А? Да, нет. Я слышу тебя. Ебать, стиль. А? Бля, опять войти. Я так заебался входить каждый раз. Сколько можно, нахуй уже? Ёбнутая хуйня. Секс это не мое. Тут я спорить не буду. Да что так громко? Понял, нахуй. Не понял, блядь. Когда-то я смотрел Мазелова. Мне кажется, что я застрял в теле ребенка. А, блядь. До меня только сейчас дошло, осуждая Мазелова. После этого он мне больше не друг. Это пиздец, я не ожидал от него. Я в ахуе. Когда пришел после школы, пропустив дневных стримеров? Дневной, блядь, стример? А что, такие есть? Как, что за дни... А есть утренние, блядь. Стример утром. Нет. Для яркого утра. Для солнечного утра, блядь. Просыпаешься такое утром и сразу стример включаешь, как... Новости по телевизору, когда ваши родители вставали на работу или встают, они телек включают, а там на Первом канале, я помню, у меня мама всегда утром просыпалась очень рано, ну, чтобы убраться, там, что-то приготовить, и она включала телевизор, и на Первом канале вот эта ебучая утренняя передача, блядь, которая вызывала у меня внутри самые неприятные ощущения и чувства, потому что вот эта вот заставка, каждое утро, которое тебя будет, она въедается тебе в голову, и потом, когда ты слышишь, у тебя прям аж... Типа тебя передергивает, типа, блядь, тебя, типа, фу, утро,
У тебя это ассоциируется с тем, с недосыпом, вот с этой хуйней, короче говоря. Я не помню, как она называлась, эта передача. На Первом канале по утрам всегда была, там еще какую-то хуйню рассказывают, как там, я не знаю, вареники слепить, как еще что-то сделать. Ужас. Так вот, это вот эти самые утренние стримеры, возможно, то же самое. Они будут у вас потом ассоциироваться с ранним подъемом, с недосыпом, и вы будете ненавидеть этих стримеров, понимаете, да? Ну, вот. Спасибо, Владелина, за 100 рублей. Привет, сынов. Как школа? Иди нахуй. Подожди. А-а-а! Привет, сынов. Как школа? Иди нахуй. А сколько зрителей у утренних стримеров в таком случае? Вот мне вот это больше интересно. Ноль? Это добрая карикатура. Какой, Саша, смысл утром стримить, блядь? Поставлю лайк. У нас была один раз такая хуйня, когда... А идеальных отношений не существует, идеальных отношений. Короче, была такая хуйня, что... Вот эта девка справа от наркоты умерла. Вот тебе идеальное отношение. Ну, я имею в виду по сюжету этого сериала, который мы видим на экране. Я не буду подробно все рассказывать, конечно. Хоть не ребенок, но под стол пешком. Фанаты Братишкина, когда родилась сестра. Дис на себя-то захотел, ну что ж, тебя 10, шеф, чё... Чё, блядь? Еще раз. Хоть не ребенок, но под стол пешком. Дис на себя-то захотел, ну что ж, тебя 10, шеф, чё с ебальником, Жожа? Бля, такие сложные порой мемы, я их не понимаю, как... И чё, чё... Сестришкин. Не, я понял, что Сестришкин, а чё фанаты недовольны? Я не буду подробно все. Ну, типа, я не вижу... Счастья на лице этого персонажа. То есть, типа, подписчики, фанаты Братишкина расстроились из-за того, что сестра родилась или чё? Что? Что это, блядь? Чё он упал? Ну что ж, тебя 10, шеф, чё с ебальником, Жожа? Фан, hello, kid. Ребят, спасибо. Ну типа, чел писал мем. Не знаю, кто такой Братишкин. Всем, кто пишет, что в случае ядерного удара по моему городу, я, скорее всего, умру на месте. Мне действительно стало легче. Слова Дани Кашина, над которыми стоит, запятая, задуматься. Ну просто нравится, блядь, ну... Вот такой мне нравится член, блядь. Я внебрачный сын тайской шлюхи. Я не знаю, кто мой биологический отец. Ага, нахуй. Ну ладно, тогда через комменты будем разыгрывать. А как управлять, я забыл? Стрелочки! Блядь! Напоминаю, ребят, 1000 рублей сейчас разыграем в Телеграме. Блядь! Для этого надо перейти по ссылке. Нет. Подписаться и оставить комментарий под последним постом. Один комментарий. Ребят, я не знаю, как... Лезла мне под руку, хотела забрать эти два. И я сказала, Хенде Хохман, давай. Сегодня Red Apple скручивают на заводе. И они лучше тянутся, и вкуснее дым, и они меньше обжигают вам горло, чем любые другие сигареты. Осуждаю. Эй, смайл. Смайл. Чё, бля? Хесус, когда онлайн падает ниже 9к. Че? Хесус, когда ему кидают рейд? Ну да, я и че? В смысле, у меня сейчас ниже 9к, и что, где? Проблемы какие-то? Никаких проблем? Все нормально? Все нормально, блядь. Я хоть слово сказал? Нет. А то, что ты там все въебал, твоя проблема. Тогда можно что угодно рекламировать, получается, да? Ну ладно тогда, чё, окей. Значит так, работяги, идите на работу, заработайте денег. Ну тут я, кстати, еще не согласен с тем, что, типа, те, кто не курит, не попробуют. Как раз-таки те, кто не курит, возможно, еще и попробуют тоже. После того, как он увидел, как стример сочно ее себе в рот вставляет и как он красиво выпускает пар изо рта. Ты сидишь такой, бля, я тоже хочу попробовать. И берешь, пробуешь, и, возможно, подсаживаешься. Инте мне. Так что...
Ну все неоднозначно, короче, да? Нихуя, блядь! Разом ебану? Ебани! Приватбанк. Беремо и робимо. Когда сидел на стриме, братишкины, тут опять происходит обсирание Хеса, и это портит весь вайб стрима. Чего, когда сидел на стриме, братишкин? Весь вайб. А теперь мы уже друг друга даже не обсираем с братишкиным. В классе наконец-то наступает тишина. Тот самый одноклассник со своим рингтоном. Граждане, соблюдайте спокойствие. Звонит моя мобила класса «Воздух земли». ОРВИ, ВИЧ, СПИД. Шок, Дрейк перечислил все свои заболевания. Насморк. Ну последнее это пиздец. Стоящий. Это, кстати, последствия курения, если что. Аж кудишек. Все, что он перечислил. Графинатор, спасибо тебе большое. Кстати, нихуя себе за подписку сразу на 6 месяцев, ебанутый. Спасибо. Где он еще колесо одно нашел, блять? Я хочу, чтобы все бездарные стримеры исчезли. Что вы делаете в моем холодильнике? Ну вот тут по факту. А тох-то за шо? Подожди, а меня там не было? Я не бездарный стример, это правда. Что, блядь? Я когда Хес смотрел мемы и начал пиздеть про политику из-за одного ебаната в чате. Может, ты завалишь ебальник, блядь. Такого никогда, кстати, не было. Чтобы мы, смотря мемы, начали резко говорить про политику. Или уделяли этому много времени. Обычно у нас для политики есть специальное время. Это ночное. Когда все, вся пиздюшня уходит спать. Вот. А мы серьезные люди в костюмах. Значит, серьезные, да. Вот. Садимся и начинаем, соответственно, обсуждать. Нынешнее время, происходящее в мире. Думая о будущем, что же с нами будет, пока малышня спит, набирается сил, чтобы проснуться утром и попиздовать в школку. Мы, люди взрослые, как бы, да, вот этим вот занимаемся по ночам. Да, да. Ура, самочка прошла. Но я планирую скоро лететь из России в Европу, поэтому уверен в том, что буду... И камнем вниз! Чё, блядь? Чё, блядь? Что это было? Что это прикольно, блядь? Вы понимаете, то, что вы рушите нерушимую стену? Туда никто никогда не должен проникнуть. О, у неё ещё и кинотеатр есть. Иви, блядь, иди нахуй. Бля, на самом деле, вот когда какой-то твой донатер, вот мой, например, да, которого я знаю, который мне часто донатит, и когда я вижу, что он, например, задонатил какому-то другому стримеру, честно, это очень обидно. Это реально очень обидно. И когда я такое видел, я прям обижался на этого донатера, и мне хотелось его нахуй в пермач кидануть, блядь. Сука, паршивцы ебучие. Так что, ребята, блядь, мне аж нос зачесался, я серьезно говорю. Те, кто вот мне донатит, а потом идет и делает это с другим, это измена. Это, ну типа, это равносильно измене. Вы мне изменяете, а это пиздец. Предательство не прощается никогда. Никем. А мной так тем более. Поэтому знайте, вы предатели. Если кто-то так делал. У меня в мое время, блядь, мне дед вот стругал нахуй на лицо. Ой, блядь, это что там на экране нахуй? Это что там такое? Что это, блядь, такое вообще? Когда спросил у пятиклашек, какой у них любимый стример? В смысле, блядь? Вот это стример?
Пятиклашки на месте, нет? Нет. Как нет? А мне казалось, что у меня с Диппинсом аудитория-то пересекается немножко. О! Ну тут-то точно должна чуть-чуть пересекаться. Ну, алё. Чё это такое? Что это за хуйня? Что это, блядь, такое? Бля, вообще непонятно. А, это, бля, я думал, это бутылка водки. Блядь, я думал, это водка, нахуй. Я думал, это какой-то напиток. А это аж кудишка, что ли? Пиздец. Вот, пожалуйста, видите, какая хуйня. Ужас. Я просто сам-то не разбираюсь, эту хуйню не курю. Я что, я же нормальный человек. Чтобы себе в рот что-то пихать, я такой им не занимаюсь. А!